Вы сегодня много видели Одесской области дорог и много говорили. Видно, что вас они, ну, поразили. Вы много ездите по Украине. Вы где-то еще видели такие дороги или впервые сталкиваетесь? В прошлом году в ключе предвыборной программы я проехал около 30 тысяч километров по всей Украине. Говорю откровенно, такого качества дорог, качества в понимании, вы понимаете, ироническом, сарказмом, я такого качества никогда ни в одном регионе не видел, даже в самых худших. Так что могу сказать, что в этом случае подъезды к Измаилу являются самыми лучшими, опять же, с сарказмом, в Украине. И этот вопрос я буду поднимать буквально при следующей встрече с правительством, и обязательно напомню об этом качестве дорог при встрече с премьер-министром Украины господином Азаровым. Привести Азарова, к большому сожалению, я не смогу, но предложить ему и настоять, чтобы он все-таки приехал, не прилетел на вертолете, как волшебник, о вертолете и так далее, приехал на машине и попробовал доехать сюда, те 50 километров от города Килиям, от города Килиям сюда, в Измаил, потому что, он будет очень удивлен на тех 2%. Может быть, как раз именно об этих. Но было бы странно, я думаю, что эти самые ужасные 2%, но во многом дороги в Украине тоже не блещут своим качеством.